Секрет успеха номер 15. Практикуйте самодисциплину во всем. Это самое важное качество, необходимое для успеха в жизни и возможности сделать себя миллионером. Если вы сможете заставить себя делать то, что необходимо сделать, тогда, когда это необходимо, нравится вам это или нет, успех практически гарантирован. Ключ к превращению себя в миллионера в сочетании с долгосрочной перспективой, со способностью откладывать мгновенное вознаграждение. Это ваша способность устанавливать долгосрочные финансовые цели, становление богатым, а затем каждый день тренировать самодисциплину, каждый день отслеживать расходы, учиться делать только то, что необходимо для гарантированного достижения вашей долгосрочной финансовой цели. Самодисциплина означает умение владеть собой, самоконтроль, ответственность за свои действия и саморегуляцию. Разница между успешными людьми и неудачниками в том, что успешные люди ввели себе в привычку то, что неудачники делать не любят. Что же это такое? Неудачники не любят делать того, что не любят делать успешные люди. Но успешные люди все равно это делают, поскольку осознают, что это цена, которую необходимо заплатить за желаемый успех. Успешных людей больше заботит приятный результат. Неудачников больше волнует приятный метод. Успешные люди делают то, что позволяет достичь цели. Неуспешные делают то, что им нравится, но не напрягает. Успешные люди делают сложные, но необходимые и важные вещи. Неуспешные, наоборот, стремятся делать то, что приятно, легко и приносит мгновенную радость. Хорошая новость в том, что каждое проявление самодисциплины усиливает ваши другие способности. Каждый раз, когда вы практикуете самодисциплину, растет ваша самооценка. Вы нравитесь себе и вы уважаете себя еще больше. И чем больше вы практикуете дисциплину в мелочах, тем больше ваши способности в сфере сложных вещей, отличных возможностей, опыта и испытаний в жизни. Помните, все в этой жизни экзамен. Каждый день, каждый час, а иногда даже минуту, идет проверка вашего самообладания, самоконтроля и самодисциплины. Проверка того, способны ли вы заставить себя делать то, что действительно важно, и заниматься этим до самого завершения задачи. Проверка того, можете ли вы сосредотачиваться на том, чего хотите и куда движетесь, вместо размышления о том, чего не хотите или о проблемах в прошлом. Когда вы пройдете эту проверку, вас ждет перевод в новый класс. И если вы продолжите выдерживать экзамены, вы будете подниматься все выше и дальше в жизни.